Альбом регулярных монет производства компании «Коллекционер». Вот таким вот образом выглядит. Интересное тиснение, довольно хорошее качество. Уголки видим. И вот так вот сбоку. Состоит из наборных листов. Начинается с 92 года. Вот посмотрите по качеству конкретно этого набора. Он БУ. То есть в нем размещались раньше монеты. То есть, так что видно небольшие затертости. Могут встречаться какие-то незначительные такие моменты. 1001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Видите, все года по очереди. Можно размещать также разновидности монет. Вот, вот так. Что по состоянию этого альбома можно сказать? Ну, в целом, каких-то супер больших нету в нем проблем, то есть порватости и так далее. Наборные монеты, вот так, видите, чуть-чуть, может быть, тут отклеилось, можно подклеить, но это незначительно, это при открывании пластины доставания. Есть еще пробные монеты, лист довольно нечасто используется, потому что, ну, мало у кого такие монетки есть. Здесь вот есть вот не такой небольшой такой надрывчик, ну, его, в принципе, даже и так почти не видно, ну, если ближе поднести. Вот здесь можно или подклеить, ну, или вообще не обращать внимания, оставлять как есть. Вот такой набор, довольно симпатичный. Здесь сзади разбираются листы, можно каждый лист докупить, любой, который вам необходимо. Думаю, еще поместится какое-то количество листов. Думаю, листа 3 можно будет добавить. Вот такой вот альбом сейчас на аукционе, в продаже. Вы можете приобрести, я вам его отправлю.